Вместе с кемеровчанами всю минувшую неделю скорбят люди во всех уголках мира. Трагедия, унесшая жизни детей и взрослых в торговом центре «Зимняя вишня», никого не оставила равнодушными. В парк имени Каратеева в Искитиме 28 марта вечером сотни горожан несли цветы, свечи и игрушки. Горе кемеровчан стало всенародным. Боль утраты детей и близких каждый примерил на себя. Перед огнем стихии и чьей-то преступной халатностью люди оказались беспомощны. Каждая новая подробность сковывала душу ужасом. Невозможность передать всю силу сопереживания родителям потерявших детей переполняла сердца. Не в состоянии молчать в одиночку, люди стали выходить на улицы своих городов, чтобы молчать с кем-то плечом к плечу. В Искитиме местом безмолвного митинга выбрали парк имени Каратеева. В считанные часы время и место встречи через соцсети стало известно всем горожанам. С друзьями, родственниками и коллегами люди к 19 часам несли в парк цветы, свечи, игрушки и белые воздушные шары. Вместе с молитвами о погибших в кемеровском торговом центре к небесам взмыли белые шары. Пускай, 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 п